нескончаемость и не забывая всего того подвига и великой битвы под Москвой. Потому что, возможно, если бы не эта битва, мы бы с вами сейчас не сидели бы здесь, не пели бы песни с улыбками на устах. Поэтому давайте помнить об этом, причем не только 9 мая и прилегающие дни, а просто жить и в мелочах каких-то, просто помнить о ветеранах и о войне. Друзья мои, разрешите мне сейчас предоставить слово вам, тем известному человеку, я его представлять не буду, автор зависит от лица, чтобы он вам рассказал кое-что о том, как у меня следующее. Я не прошу, у меня программа, но тем не менее. Потому что я второй раз поступать не собираюсь. Поэтому огромное спасибо и очень нашим ветеранам Якову Алексеевичу и Анатолию Сергеевичу. Спасибо Женеве, я вижу. Всем, кто помогал в организацию, Никита снимает, тоже нет проблем. Спасибо всем докладчикам. Доклады очень интересные, очень содержательные. Спасибо тем, которые сейчас сбежали, я уже вижу. Вот. Но тем не менее, всем участникам, кто здесь находится, тот, кто вышел, сейчас подходит еще девочки. Вот. У нас есть дальше по нашим планам. Вы знаете, что это очень серьезное событие. 70-летие победы под Москвой. И вот здесь вынесено, вычитается, битва хронологически считается до 20 апреля 1942 года. То есть сражение продолжается дальше. Именно вчера, значит, это первый день 5 декабря, первый день контрнаступления рабочей крестьянской Красной Армии. Вот когда все называлось. Но у нас вот какое все по плану идет. По сегодняшнему мероприятию и затем пройдет речь, в первую очередь, журналисты третьего курса, вот которые сегодня и наши докладчики, но не только, потому что спокойно мы будем продолжать принимать работы и от представителей агрегатов других специальностей, других курсов. Первый этап. Нам нужно до 15 декабря подвести итоги работ, и тут именно докладов, которые сообщений, которые сегодня. И затем у нас во втором семестре там будет работать всем вам известная профессор Елена Анатольевна. Это пойдет речь о подобной же работе, это пойдут публикации в зарубежной прессе. Это журналисты 4-го курса и связи с общественностью тоже 4-го курса. То есть у нас получается 2 этапа конкурсных работ. Поэтому, насколько я знаю, планируется публикация вот сегодняшних докладов. Очень, еще раз подчеркиваю, доклады очень хорошие. Но мы параллельно просим организаторов с вашим же участием дать нам эти работы для подведения конкурса и определения лучших работ. Посмотрим, сколько, ну, обычно это 3, но посмотрим, там будет зависеть от, ну, как, это может быть, 2 вторых места, 2 третьи, ну и так, ну, это по-разному, пока мы не ответим. И потом лучшие работы будут определены, и, естественно, участники будут награждены на ученом совете нашего комитета. Плюс публикация, да? Поэтому, пожалуйста, мы ждем, или вы сдадите все окончательно в виде рефератов ЦНБ Кинфон, и можно нам 443-й, 449-й, Анатолий Васильевич. Вот и вас, да? Да. Это очень важно и нужно. Мы по-иному организуем, все получится. Еще раз всем огромное спасибо и еще раз подчеркиваю, и особенно нашим ветеранам. Спасибо. Значит, давайте послушаем. У нас осталось 3 докладчика, да? Кто у нас с докладами есть? Так, я не знаю, кто просил. 2? 3. 3 доклада. Пожалуйста, в любом порядке. Кто готов? Я. Прошу вас. Объявляйте сами с тем доклад.
Майя Зарудная, фашистская Германия и колониальные державы. Мы, так сказать, уже расстались с подмосковными землями, и вот к мировым подошли проблемы. Почему мы несколько докладов таких включили? Потому что процесс глобализации, нормальный процесс объединения мира, невозможен без осуждения фашистской идеологии. Невозможен без осуждения фашизма. Иначе бы прогресс человечества был бы приостановлен. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня просто презентация, Сегодня уже много раз было сказано слова, а вот если бы мы проиграли битву под Москвой и так далее. Я понимаю, что в истории не может быть такого вообще выражения, да, сослагательного наклонения, не может быть никаких «если бы». Но, тем не менее, мы, анализируя события, которые происходили, мы можем предположить некоторые теории, которые, возможно, могли бы оправдаться, если бы что-то пошло не так. Поэтому, чтобы взглянуть на картину мира, которая могла бы получиться, если бы мы проиграли битву под Москвой, мы посмотрим, что же происходило накануне войны, то есть до 1939 года. Еще раз я напоминаю, что до начала войны мир у нас все-таки оставался колониальным. Только два европейских государства не имели колоний. Это были Швеция и Швейцария. Все остальные европейские государства имели колонии в мире. И к 1939 году в колониальном мире проживало более 700 миллионов человек. В силу того, что время мое ограничено, я сразу покажу наглядную картинку мира, что же там происходило. И начнем мы, пожалуй, с самой обширной колониальной империи, с колоний Англии. Англия занимала, к началу 20 века, Англия занимала почти четверть суши, ее империи. И она аккумулировала почти четверть мирового населения. К тому же, по условиям Версальского договора, о котором уже сегодня говорилось, после Первой мировой войны Британская империя увеличилась еще на 12 миллионов человек. На экране мы видим, какие территории ей отводились. Таким образом, она представляла собой такую картину. Особенностями этой колониальной империи было то, что она была сосредоточена по разным уголкам мира. К тому же, англичане проводили очень грамотную политику в своих доминионах. Она была очень выдающимся образованием, не только в количественном отношении, но и в качественном. Следующий по значимости, по количеству окупаемых территорий была Франция. Колониальные владения Франции в основном находились в северной, северо-восточной, северо-западной Африке. Она была по территории, колонии Франции были в три раза меньше Великобритании, великобританских владений, но по населению она уступала ей в целом в 7 раз. Вот более наглядная картинка того, что из себя представляли колонии Франции. С другим очень сильным колониальным государством была Япония. Япония... Вообще, милитаристская идея Японии была тоже в создании Великой Японской империи, установлении господства высшей японской расы, как они это называли, в Восточной и Юго-Восточной Азии. Японии принадлежали Тайвань, Южный Сахалин, Квантунская область в Китае, Корея и острова Маршал, Марианские, Каролинские острова, они были под мандатными территориями Лиги наций.